Всем привет, с вами СТВПРО, и сегодня я покажу мод на блоке для Майнкрафта Покетрейшн. Что ж, после установки данного мода в вашем мире появляются маленькие питомцы блокета, которые вы можете спавнить с помощью креатива. Ну что ж, давайте спавним нашего первого блокета, и у нас будет вот такой земляной блокет, который у нас появляется после установки данного мода. И чтобы его приручить, вам понадобятся обычные яблоки, которые вы тапаете по этому блокету, и теперь вы можете заставить его ходить за вами, или просто посадить его, и он у вас будет сидеть до того времени, пока вы его сами не поднимете. Что ж, давай, заходи. И давайте сейчас вам покажу, как он будет атаковать ваших врагов. Ну, он почему-то нас не захотел заходить. Блокет, ну ты чё? Ну давай. Ну, заходи. Ну ты чё какой? Ну ладно, тогда нам придется применить маленько другие меры. Для этого мы давайте возьмем тогда моба, который не будет гореть на солнце. Но это у нас будет пример санозомби. Но санозомби будет долго убивать, потому что у санозомби довольно много хп. Ну что ж, ну давай, бей санозомби. А потом я покажу вам еще одну штучку, которая есть в этом блоке. Так, ну, когда он бьет злых мобов, маленько дергается кадр в Майнкрафте. Но это не беда. Что ж, в чем же заключается фишка, спросите вы, в том, что если вы будете на приседе, то вы сможете узнать информацию о этом блокете. Пример, у него первый уровень, у него 8 хп из 8, и у него, как бы, первый уровень опыта. Так, давай бей. И пока он будет бить этого санзомби, мы рассмотрим других блокетов. Это вот такой деревянный блокет, который вы также можете сделать и в режиме выживания. Это уже каменный блокет. У него хп уже немного больше. Ну, давай, бей его. А мы пока будем продолжать смотреть других блокетов. Так. И это у нас уже железный блокет. Довольно дорогой блокет, потому что стоит железо. Также есть золотой, он еще дороже. Но, как видите, мы их также можем стукнуть обычной рукой или мечом. Вот золотой блокет. И, конечно, самый дорогой блокет, это у нас алмазный блокет. Так, у него уже третий уровень. 3 опыта и 8 хп. Ну и как сказал, это самый дорогой блокер, который может быть в этом Майнкрафте или именно в этом моде. Но мы также можем их поручить с помощью вот этого яблока. Ну а теперь в чем заключается секрет данных блокетов? О том, что когда у блокета будет 5 уровень, вы сможете его улучшить. То есть, если у него есть 5 уровень, например, сейчас у алмазного вообще нулевой уровень, 0 опыта, но 30 хп. Ну, у нашего блокета все еще 3. Третий левел, 15 опыта и хп уже 7, да, его уже побили. Но в чем же заключается секрет? А заключается в том секрет, что у него когда будет 5 уровень у вашего блокета, то вы сможете накормить его золотым яблоком, тем самым он будет непобедим. То есть у него будет очень много всего, то есть повысится хп и повысится его сила. То есть он будет наносить урона в несколько раз больше. Что, давайте приручим вот этого золотого блокета. Блокета, вот. Ну и победим, он прикольный, поэтому вы можете скачать его и... Что? Что там происходит? Эй, блокеты, вы что-то делаете? Наверное, еще никогда у нас не будет такого, что замененные жители не будут размножаться. Да, маленький, ты откуда появился? Ты не должен тут появляться. Вон, вон отсюда. Ну, блокеты, вы что, вообще обнаглели? Ну, не надо так делать, вы что? Тут еще маленькие зрители. Не надо, вы что? Ну, успокойтесь. Ну, что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.